Я всегда хотел девочку. Вам не в чем себя упрекнуть. Это выстраданный ребенок. Вы за нее сейчас боитесь. Можешь его оставить в роддоме. Мне комфортнее с папой. Это больно. Это больно. Ну вот вы задаете такие вопросы. Ответьте мне на конкретный вопрос. А что у тебя с глазами? Ты уродка. Это дико звучит. Я к нему не пойду советоваться. Ты в любом случае выигрываешь. Смотрите программу «Обернитесь» 12 ноября в 18:45.